Мы много работали, чтобы иметь возможность представить проект бюджета к концу этой недели. Кроме того, у нас явно был мотив. Мы отчаянно хотели успеть закончить к матчу на Евро-2024, в который наша команда играла с командой Испании. Все получилось, и нам есть что представить. Я с тревогой смотрю на второй тур парламентских выборов во Франции, после того, как такие силы уже присоединились к правительствам в Нидерландах, Бельгии и двух скандинавских странах. Для этих сил политика — это игра с нулевой суммой, где одна сторона может получить только то, что отобрали у другой, и где есть либо победители, либо проигравшие. Все это время мы обсуждали всевозможные вопросы бюджетной политики. У нас были очень интенсивные дискуссии. Этот бюджет важен для Германии, но он не является эпицентром мира. Мы живем в мире, где так много кризисов. Пока мы вели переговоры, во Франции прошли выборы, что означает нечто новое для Франции и вызов для Европы. Избирательная кампания в США набирает обороты, и независимо от ее результата, ясно, что из нее вытекает новая задача для Европы — стать более независимой политически. Напряженная работа того стоила. Если я правильно посчитал, мы встречались 23 раза в канцелярии. По моим подсчетам, мы втроем провели вместе не менее 80 часов. Кроме того, высокопоставленные чиновники вели интенсивные переговоры в течение нескольких часов. В конечном итоге мы представили бюджет и инициативу роста, которые могут продвинуть нашу страну вперед, сделать ее сильнее, современнее и справедливее. Июля коалиционное правительство Германии заключило бюджетное соглашение на 2025 год. Правительство Германии будет придерживаться жестких правил заимствования страны, одновременно предлагая пакет мер по ускорению замедлившегося экономического роста и финансированию масштабной военной реформы для достижения целей НАТО. Соглашение было достигнуто после нескольких месяцев переговоров раздробленной трехсторонней коалиции канцлера Олафа Шольца, популярность которой упала во время кризиса стоимости жизни. Социал-демократы Шольца, зеленые министры экономики Роберта Хабека и свободные демократы министра финансов Кристиана Линднера боролись за разрешение разногласий по поводу будущих планов расходов. Линднер подчеркнул важность возвращения к закрепленному в Конституции страны ограничению расходов, известному как долговой тормоз. Социал-демократические партия Германии и «Зеленые», с другой стороны, призвали предоставить свободу действий, чтобы предоставить средства для инвестиций.